Средняя школа номер 8 имени Героя Беларуси Владимира Карвата – профильное учебное заведение. На базе учреждения образования существуют классы, в которых проходят подготовку те юноши и девушки, которые видят себя в будущем в профессиях в погонах. Да, выбор здесь достаточно разнообразный, но именно такие встречи и призваны показать молодым людям, что входит в обязанности структур и каким делом занимаются представители каждой из них. Мероприятия мы проводим часто. Это связано с тем, что наша профессия, она для простых людей, мало видна, мало знает про нее. Вот. И мы доводим, рассказываем преимущества нашей профессии, прелести нашей профессии, специфику нашей профессии. Государственный комитет судебных экспертиз появился в списке правоохранительных ведомств в 2013 году. За это время структура значительно окрепла материально. Постоянно большой коллектив специалистов пополняют молодые кадры. Внушительный перечень обязательств возложен на сотрудников. В приоритете – судебные экспертизы по уголовным и гражданским делам. Специалисты изучают оружие и следы, дают подтверждение или опровержение подлинности документов и денежных банкнот. Прямо во время открытого урока сотрудники Брестского межрайонного отдела показали юношам и девушкам, как определяют на предметах наличие отпечатков пальцев и как исследуются они уже после. Впечатления и эмоции не заставили себя ждать. Показанные эксперименты дали возможность молодым людям почувствовать себя немного Шерлоками Холмсами и прикоснуться к отчасти новому для себя ремеслу. В связи с коронавирусом к нам не часто приходят гости теперь, но очень приятно увидеться с людьми, которые работают, которые заинтересованы в своей профессиональной деятельности. Очень полезны такие встречи, и приятно было. Как часто школьник идет по проторенной дорожке, выбирая в профессиях то, что престижно, то, что принесет материальную выгоду, или следуя наставлениям родителей. Если это ему реально не нравится, то как итог – апатия и равнодушие, неэффективность выбранного ремесла, частая смена места работы. Поэтому самоопределение в профессиональной деятельности так важно. Побывавшие на встрече школьники смогли окунуться в мир деятельности судебного эксперта, попробовали сделать некоторые опыты самостоятельно. К слову, для тех, кому также интересна работа судебного эксперта, необходимо поторопиться. Перед поступлением прийти в ведомство и получить направление, которое станет допуском для поступления в Академию МВД Республики Беларусь.